Здравствуйте! Сегодня в Калининграде завершается очередной игровой уикенд мировой лиги в группе А, где сборная России последний свой домашний матч проводит. Всего по одному уикенду в этом году мировой лиги удается команде сыграть на своей площадке. И пока наши без поражений здесь, в Калининграде, собственно, в этом городе всегда сборная России выступает удачно. Это относится и к мужской, и к женской команде. Помним, здесь был квалификационный отбор на Олимпийские игры, наша команда играла, тоже выступала здесь очень успешно. Но сегодня ситуация сложная, и сказать, что таких сверхожиданий от этого матча оптимистичных вроде бы и быть не должно, но вчера наши блестящий просто характер проявили, сборной Сербии, которая классный матч выдала и, в общем-то, в какие-то моменты, казалось, даже имеет преимущество, не устояло все-таки перед нашими. Вытащили мы пятисетовый матч, пускай с турнирной точки зрения очко потеряли, но, я думаю, с точки зрения уверенности в своих силах приобрели очень немало мы накануне. Ну и главное, что выиграли, потому что, согласитесь, второй раз подряд проигрывать сборной Сербии было абсолютно ни к чему. А вот серия поражений с кубинцами как раз два матча сейчас насчитывает на данный момент. И в Хамамацу, и в Санто-Доминго мы сборной Кубы уступали. Так что сегодня надо постараться все-таки добиться победы. Несмотря на то, что с турнирной точки зрения, ну, не так уж много на сегодня шансов выйти у нас на первое место в группе. Напомню, на 7 очков сборная России от кубинцев остает. И по 4 матча командам осталось провести. Состав сборной Кубы стабилен. Этой шестеркой кубинцы практически все матчи мировой лиги играют. Доигровщики первый номер Леон и Хенри Белл под номером 12. Связующий Диас 18 номер, в диагонали 9 Сепеда и 20 центральный 10 Куинтана. И 16 номер Меса. А вот кого поставит Владимир Олегович, давайте смотреть. Варианты здесь есть. Нет только одного варианта, кто будет. Нет вариаций на тему, кто будет пасовать. Константин Ушаков единственный связующий в этом составе сборной России. 42-летний игрок. Так уж получилось. После неожиданной травмы проблема Александра Будько. Итак, сборная России. Александр Абросимов, центральный блокирующий номер один. Денис Бирюков впервые появляется здесь на площадке в Калининграде. Второй номер. 10 номер у Юрия Бережко. 11 Константин Ушаков. 13 Дмитрий Мусерский. 17 Максим Михайлов. Ну, амплуа наших игроков вы знаете прекрасно. Либера Александр Соколов. Ну и давайте поразмышляем, почему же этот состав именно Олег определил. Ну, во-первых, что касается центральных, у Опаликова игра вчера не получилась. И Абросимов его, ну, достаточно надежно подменил. Ну, а что касается
Бирюкова, то он свой шанс должен был получить. В конце концов, с позиции доигровщиков на Олимпийские игры у нас есть определенные, ну, не скажу, что проблемы, но определенные вопросы. Выбор вроде бы есть, выбор большой, но вопросы, может быть, каждого отдельного персонали тоже какие-то имеются. Итак, матч Россия-Куба в Калининграде, дворец спорта «Янтарный». Кубинцы вводят мяч в игру. Первая подача у Месы. А первая атака вот у Дениса Бирюкова. Сразу попробовал обман удар. Тут еще есть такие моменты, что касается выбора Бирюкова сегодня в стартовый состав. У него такое, знаете, достаточно вариативное, коварное нападение. Вот сейчас он его не проявил в этом розыгрыше, хотя вот что-то такое пытался придумать, но кубинцы здорово дважды сыграли в защите. И помнится, матчи против сборной Кубы ему хорошо удавались всегда, именно за счет того, что он любит всякие обманные удары применять, от блока играть. Кубинцы вроде бы не считаются хорошими защитниками, хотя вот глядя на их игру вчера против сборной Японии, да и в первом матче против сербов, можно было бы с этим поспорить. Кубинцы в этом элементе тоже заметно прибавили. Ну и к тому же есть еще, наверное, такие соображения, что Сергей Тетюхин не готов играть еще целиком весь матч. Только-только он восстановился, получил разрешение от врачей полноценную работу вести. Естественно, функциональная готовность его еще далека от идеальной. Здорово помог в первом матче с японцами. И вчера вот где-то полторы партии сыграл. Было видно, что замена нужна. Дмитрий Мусевский. Прекрасная подача, которая вот здесь, в Калининграде, к нему, похоже, возвращается. И эта подача дарит атаку сборной России, которая прекрасным образом ее завершает, Юрий Бережков. Вот что касается его позиции, то он так все более и более обосновывается на ней, на позиции второго доигровщика основного состава. Не скажу, что он первый незыблемый. Не будем забывать, что есть еще Тарас Ктеев, возвращение которого не за горами. Ему тоже, в общем-то, сейчас важно набрать кондиции физические. А Дмитрий Мусерский. Блестящая подача. И Хенри Белл не успевает даже уклониться. Хотя, по ощущениям-то, мяч и вовсе в площадку летел. Тут уклоняться не надо было. Дмитрий Мусерский. Третье очко сборной России приносит. Так вот, Бережко очень здорово вчера сыграл в приеме. Справился с нагрузкой, прежде всего, как основного принимающего игрока. Вообще, так распределили свою тактику подать сербы, что еще один из Мусерского. Я бы не против рассказывать о проблемах нашей команды, а Дмитрий Мусерский в этот момент бы набирал очки. Но пауза, по крайней мере, в этом точно случится, потому что Орландо Самуэль Блэквуд берет тайм-аут. Счет 4-1, и на той эмоциональной волне, на которой сейчас находится наша команда, конечно, мы кубинцам не нужны. Постарается он немножко успокоить и своих игроков, и зал. Так вот, Бережков больше всех принимал, 42 раза, больше даже, чем Либера Соколов. И вообще, надвоем они практически вчера весь прием и выдержали. И не сказать, что главные проблемы сборной России вчера были в приеме. Так что в целом мы неплохо с этим очень справились. У сербов сложные, у большинства коварные подачи. Нам есть где добавлять. И в приеме, конечно, тоже добавить можно. Но вот то, как отыграл Бережко, наверное, позволяет Владимиру Олегну его подыгрывать все больше и больше. Он на него, безусловно, рассчитывает. К тому же, во второй половине вчерашнего матча Бережко здорово проявил себя в атаке. В итоге у него больше... Не больше, практически 50% результативных атак. То есть все очень пристойно, все очень хорошо. Ошибся в итоге Мусерский, но вот это допустимая, да, пропорция, даже желательная пропорция. Три выигранных очка на одну ошибку. Это было бы здорово на подаче для любого игрока. Абросимов цепляет его блоком кубинцы. А сам Абросимов почему-то атакой вот этой Куэтаны не заинтересовался. Извиняется сейчас перед партнерами. Потерялся он в этом розыгрыше. 4-3. Все, чего добились подачи Мусерского, это всего лишь эпизод, который к тому же еще, ну, с игрой не в большой степени был связан. Да, там всего один розыгрыш был при подачах Мусерского, остальное Дмитрий выигрывал непосредственно с подачи, поэтому налаживать игру нам еще предстоит и в этом матче,
И есть один, конечно, момент, который не может не тревожить. Это то, что Константин Ушаков один, и то, что Константин Ушакову 42 года. Вчера был тяжелейший пятисетовый матч, который больше двух часов длился. Вот хватит ли у него сил на затяжной еще один поединок? А кубинцы не сдадутся. С кубинцами очень-очень непросто. Они научились вот в этом своем составе держать удар. И в первые два игровых дня уступали первые партии, потом перестраивались и заметно добавляли. Поэтому расслабляться не получится уж по ходу этой партии, само собой. И если получится нам довести первый сет до победы, то вообще надо уже держать востро. Но вот такие ошибки. Это моменты несыгранности. Думаю, что Ушаков с Бирюковым практически нигде и никогда не пересекались на одной стороне площадки. Вот только на тренировочных сборах в этом сезоне. Расстроен Константин, но будем надеяться, что уже у него опыт таков, что выводы сделает. Пока счет сравнялся 5-5, Михайлов. Смотрите, как кубинцы сегодня настроены играть в защите. Сепеда, но попадает в наш тройной блок. Блок может быть, конечно, ключевым фактором сегодня. В предыдущих двух матчах мы в этом отношении кубинцам уступили. Уступали мы до этого и сербам. Вчера были лучше сербов на блоке. Причем сумма набранных очков этим элементом 20. Это вот, скажем так, к чему надо стремиться всегда. Очень хороший показатель. 7 блоков у Дмитрия Мусерского. Это все не могло не радовать. Хотя, повторюсь, были проблемы у нас вчера по ходу игры. И проблемы в разных местах в разное время возникали. Пока нет еще такой общей высокой стабильности. Команда только-только с каждой игрой понемногу-понемногу набирает. Главное при этом еще хороший тонус сохранить, хорошее настроение. Для этого нужны победы. Михайлов. Хорошо, Савсу сумел себя сам подстраховать, сумел сыграть в защите, но поднять этот мяч не удалось. Кубинцы выходят вперед, 7-6, Хенри Белл. Спокойно так они пережили первый наш стартовый натиск. Вот эту серию подач Дмитрия Мусерского. И пока Мусерского нет на площадке, мы все это растеряли. Вопрос сейчас со съемом. Сейчас на передней линии, наверное, Бережко надо отдать передачу. Да, это логично было, потому что последнюю свою атаку не забил Абросимов. Правда, это было несколько раньше. И вот Михайлову дважды не удалось до пола доиграть. Поэтому что-то надо было менять. Благо, прием позволял из-под первого темпа быстро в край пасовать. И уж Бережко с одним блоком в таких ситуациях справляется. 7-7. Теперь у нас Мусерский на передней линии, у которого игра на блоке тоже все лучше и лучше становится. Главное вытащить кубинцев на высокие мячи. Сейчас это сделать не удалось. Прием был хороший. И место в зону сыграл на опережение наших блокирующих. 7-8 уступаем первому техническому перерыву. Но в этом матче все еще впереди. Я думаю, на победу со счетом 3-0 мы, конечно, рассчитываем. И она нам нужна. Напомню вам, 7 очков. Разница между командами. Если мы все-таки хотим какие-то теоретические шансы до поездки в Сербию на последний игровой уикенд финального раунда оставить себе, нам надо сегодня 3 очка брать. С другой стороны, требовать невозможного тоже сложно. Куба сейчас в потрясающем просто состоянии. Не попали на Олимпиаду. Может быть, чуть-чуть Орландо Самуэль не угадал с выходом на пик формы. Вот такое ощущение, что на этом самом пике сейчас кубинцы и находятся. У них не будет Олимпийских игр, поэтому им некуда и нечего экономить. Они его с удовольствием сейчас демонстрируют. И уж думаю, на финал мировой лиги, если они туда попадут, они там будут одни из фаворитов. При этом есть, конечно, у кубинцев такой момент, что нету глубины скамейки в этом составе. Но, с другой стороны, основные игроки вроде все живы-здоровы. Так что пока этот вопрос не является проблемой. Хорошая атака Юрия Бережкова. Вот вчера, повторюсь, где-то во второй половине матча он свою игру в атаке поймал.
Вот лишить первого темпа кубинца. Но видите, даже отведенный мяч Диас пытался сыграть. Но это только был подарок для Дмитрия Мусевского, потому что нападающий мяч со спины принимал. Ему сложнее было оценить, где блок. А вот Мусерский видел, куда ходовое направление его разбега ведет. И там с удовольствием встретил своего оппонента. 9-8. И вновь есть доводка. Будет играть центральный. Вот на опережение кубинцы, конечно, опасны. При их прыгучести надо темп в темп попадать. Это очень сложно сделать. Взрывной, конечно, игрок Меса. Бережко, Ушаков. Михайлов аккуратно сейчас сыграл. Конечно, выигрывать было сложно Мусерский, но решил, что должен ему поверх блока пройти. Показалось ему, что скок для него удобный. Но нету разбега. Что касается высоты съема, то кубинцы настолько прыгучие игроки. Здесь только за счет этого не выиграть. Ну, а здесь еще и толком по мячу не попал. Ну, к счастью, можно об этом быстро забыть, потому что Хенри Белл ошибается. Бережко. Хорошо, хорошо, сейчас блоком цепляем. Вот пускай через Мусерского атакует. Даже Леону это непросто. Но, к сожалению, сами мы забить не можем. Бирюкова. Есть опять сложности. Медленно он набирает форму в этом сезоне. И пока вот в эту игру как следует не попал. Свои вот эти обманные штучки попробовал. Кубинцы в защите внимательно. Попробовал силовым образом выиграть на групповом блоке. Тоже не получилось. Без атаки отдаем этот мяч. К сожалению, не здорово сыграли в приеме. Леон вновь цепляет его Мусерский. Оставляет какие-то шансы в атаке, но вот эта передача абсолютно неудачная вновь у Ушакова. Попытка создать идеальную ситуацию, когда надо было просто сохранить мяч. Извиняется, конечно, но извинениями кубинцев вперед отпускать нельзя. Даже при прекрасной поддержке наших болельщиков здесь, в Калининграде, они с большущим воодушевлением встретили сообщение о том, что наши волейболистки пляжницы отобрались на Олимпиаду, выиграли в Москве очень ответственный континентальный кубок. И поверьте, это было непросто. Как раз там очень много серьезных соперников в Европе, кто еще рассчитывал на олимпийские лицензии. Так что поздравим наших девушек. Ну и будем надеяться, что и в этом матче хорошее настроение нам сохранят наши волейболисты. Будет это не менее трудно, чем это было для наших пляжниц. Мусерский. Классная атака Сепеда. Вчера в матче с Японией он невероятную просто форму продемонстрировал. Кстати, и подача у него сумасшедшим образом летела. Здесь теперь уже ни одного Леона в этом отношении надо опасаться. Это я про тех, кто силовую сборную Кубы подают. Есть люди, которые серьезный планер очень подают. Вот сейчас Сепеда Вао попадает. У нас, я говорил, что может мешать, но вот трибуны калининградского янтарного, они, конечно, могут дополнительным фактором давления на сборную Кубы служить. Кубинцы иногда проявляют некоторую неуверенность, когда такое давление на них оказывается. Но все зависит большей частью от игроков нашей команды, как вы понимаете. А вот у Максима Михайлова подача не летит. И не случайно так Владимир Олегна был расстроен, когда перевес после ошибки Ушакова стал 2 очка, потому что отнимать у кубинцев даже вот такой перевес очень-очень сложно. Для этого нужна выбивающая хотя бы с первого темпа подача. В свою очередь Леон мощнейший. Подачу проводит, не проходит, вновь обманный удар Бирюкова. Все здорово делал, но кубинцы на чеку. Михайлов, ну вот, наконец-то. Без Максима Михайлова трудно там такие матчи выигрывать. При том, когда есть проблемы вот на этой линии в четвертой зоне пока у сборной России. Надеюсь, что Бирюков, как накануне Бережко, будет добавлять все больше игровой тонус, обретать по ходу игры и разберется, наконец-то, что надо делать. В противном случае, я думаю, что придется его менять. Что за ошибки такие нелепые у нас сегодня?
очень хочется, конечно. При своем зрителе тоже, знаете, не просто играть. Разве можно упрекнуть Максима Михайлова в небрежности? Это абсолютно не про него, поверьте мне. Но вот какая-то закрепощенность ведь присутствует. До конца еще, может быть, и в игру не вошел. Бережко и его закрывают. Кубинский блок серьезная. Серьезная проблема для любой команды. Быстрый, повторюсь, прыгучий. И после первого технического перерыва, если было преимущество соперника минимальным, то теперь оно уже достигло 3 очков. Закончу мысль о Бирюкове, о возможности каких-то, может, чем наши добавить. Не исключено, что вновь Дмитрий Ильиных увидим. Вот из вчера тех, кого пробовал на усиление бросить Владимир Олегна, Ильиных больше других смог помочь команде. Правда, было это уже в пятой, там, в концовке четвертой, пятой партии, когда он был все-таки со свежими силами. Ну и есть еще Сергей Тетюхин. Для него какой-то отрезок игры наверняка все-таки найдется. Или хотя бы какие-то отдельные розыгрыши, где он сможет помочь команде. После тайм-аута подает в аут. Все это прекрасно видит Александр Соколов. Ну и нужна нам хорошая собственная подача. Сейчас, когда Дмитрий Мусевский выходит на переднюю линию, а он вновь, как в свои лучшие времена, сейчас игрок, который очень может влиять на эту игру. Вчера, по крайней мере, это было заметно. Он и Михайлов. Пока Михайлов осваивается, Мусерский уже продемонстрировал, на что он способен, а вот мы не подаем в этих расстановках, когда он у сетки. Ошибается Александр Абросин. Гес. Юрий Бережко, обманный удар, но вот у него получилось, хотя кубинцы постраховаться были готовы. И дело даже не в том, что место этот мяч зацепил. За ним там уже двое игроков сидело, вот обратите внимание, Диас успевал точно, и движение шло от боковой линии. Еще один игрок страховал, ну, середину третьей зоны, может быть, шестую. Так что кубинцы по страховке очень здорово работают сейчас. Вот сейчас для нашего блока проходит мимо Сипеда, но точно в защитника. Еще раз пробует Бережко. Нет, там стоит игрок. Единственное, в чем может быть здесь усложнение, что этот игрок связующий, это затруднит контратаку. Но, как видим, не намного, да, спокойно справляется Хенри Белл с этим моментом. И мы упускаем шанс выиграть брейковое очко. Надо все-таки в атаке быть посмелее. Обманными ударами вот на сегодняшней сборной Кубе много не заработаешь. Ну, вот, наконец-то и Денис Бирюков проходит по первой зоне задней линии. Но с чего-то надо начинать. И Ушаков молодец, что пробует различные варианты. Он понимает, что не все гладко в нападении у нас. Юрий Бережко. Вчера силовую подачу подавал, сегодня пока планером пытается затруднить жизнь кубинцам. Неплохо. Вновь цепляет мяч Мусерский. Михайлов. Аут. Отыграно очень важное очко. 17-18. Ну вот сейчас все здорово. Надо максимально использовать возможности Мусерского. Сегодняшние возможности на передней линии. Пока еще и сил у него много. Мы тоже не знаем, как два затяжных поединка подряд тот или иной игрок нашей команды сегодня готов вытащить. Не только в Ушакове здесь может быть речь. Все-таки сборная России еще далека от оптимальных физических, в том числе, кондиций. Это нормально и это понятно. Михайлов. Гутьеррес поднимает мяч в защите. Леон. И вот он, блок сборной России и блок Дмитрия Мусерского. Леон при всей его прыгучести и умении затягиваться в воздухе. Мусерского не обыграет здесь. Если тот успевает спокойно. 18-18. Юрий Бережко на подаче. Вновь будет планер подавать.
Михайлов смягчил, Кошаков браво в защите. Ну а что ж, Денис Табирюков. Ну, по крайней мере, прыжок надо было бы сделать, может быть, хоть сбить с толку соперника. Замена у кубинцев на подачу. Выходит Бисет, 14 номер, вместо Мессы. Ну, надо полагать, подача у него сложная. Не так часто мы его видели на площадке. Силовая в данном случае. Планер на силовую поменять. Блэквуд решил. Но у нас Дмитрий Мусцерский по-прежнему солирует в этом матче. Игрок, который с первых минут хорошую готовность показывает. И много очков уже для нашей команды принес. Причем успел всеми элементами отличиться волейбольными. И с подачи, и с блоком, и с атакой. 19-19. К сожалению, вот эта подача у нее не проходит, хотя в разбег-то хорошо попал. Ничего, сейчас главное не терять нам концентрации. Кубинцы тоже могут ошибиться в концовке. Бывает это с ними частенько. Хороший прием Бирюкова. Михайлов, блестящий один блок. Кстати, Абросимов больше передач не получал в этой партии после того, как первую свою атаку не реализовал. Угрозу все, но он определенную видит в нем. Кубинцы поднимаются на блоке. В данном случае это Михайлову только в помощь. Страховать. Троем сразу прыгают наши, но никто до этого мяча не добирается. Сделали все, что могли. Не знаю, что там вряд ли помешали друг другу. Хороший обман на удар у Белла получился. Точнее, прошу прощения, это Леон был. А Белл сейчас возвращается на переднюю линию. Тайм-аут использует Владимир Олекна. Понятно, почему на подаче Леон. Леон, который один из сетов вот таких же упорных, затяжных неделю назад Санто-Доминго завершил эйсом. Там вообще игра шла на балансе. И вот пушечной подачей Леон принес победу своей команде. Сейчас ситуация, ну, где тоже одна подача, по сути, может решить все. Ждем момент ответственнейший. Аут. Эта пауза Владимира Олегна стала результативной для нашей команды. И подавать у нас отправляется Денис Бирюков. Павел Круглов будет менять Константина Ушакова на блоке. У нас нет двойной замены по понятным причинам. Поэтому мы не можем три расстановки усилить на передней линии, как это обычно делается, а всего на одну единственную. Тут от подачи Бирюкова зависеть будет много. Он должен и рискнуть с одной стороны, должен и не потерять с другой. Ну, добился чего надо было. Высокий мяч. Но Сепеда удачно по рукам блокирующих попадает. Пока у нас, конечно, лучше на блоке обстоят в тех расстановках, когда Дмитрий Мусцерский на передней линии. Возвращается Ушаков. 22-21. А у кубинцев есть на подачу, Джокер на подачу тоже весьма серьезный. Второй связующий Эстрада с очень сложным планером. Болельщики стараются максимально на него поддавить, но планер надежная подача. Справляется Соколов классно и мяч в игре. Кубинцы здорово сзади отыграли. Леон рисковал и едва-едва ему не повезло. Белл поверх блока проходит. Ну, Константин Ушаков 42 года. Не самый прыгучий блокирующий в мире, как вы понимаете. А Белл как раз с прыжком у него все в полном порядке. 23-21 после этой атаки кубинцев. И вновь подача Эстрады.
Хорошо, вновь не исправляемся. Съембы нам нужен Максим Михайлов. Его обеспечивает. Ну, где-то надо искать брейковое очко. На переднюю линию возвращается Мусерский. Обросим его подачу. Вторую терять нельзя. Ну и вернулся на переднюю линию у кубинцев Куинтана. Его меняли на подачу, мы помним. Абросимов не стал рисковать, поэтому прием хороший. Обман на удар. Бирюков тащит. Что Константин Ушаков придумает? Сыграл хитро, но надо сейчас на блоке еще побороться. В аут попадает Белл. Где касание блока? Арбитры фиксируют. Касание не самое заметное, но судя по тому, как наши спокойно к этому отнеслись, действительно это касание было. Жалко, хороший розыгрыш, был какой-то шанс. Диас. Первый темп Мусерскому, прекрасно, Дмитрий. При этом все-таки еще кажется, что еще можно выше ему посовать эти мячи, но сбил он сейчас очень быстро. Не надо лишать его козыря, высоты съема. Тем более в таком настрое сейчас Дмитрий. На данный момент он в нашей команде уступает в результативности только Максиму Михайлову. Но Михайлов все свои очки в основном в атаке добыл. У Мусерского достаточно равномерно они распределяются. Тайм-аут кубинцев. Тоже решил Блэквуд помешать нашему подающему. Константин Ушаков сейчас вроде бы должен подавать у нас. Дмитрий Ильиных меняет Юрия Бережко. Вот это интересно. Честно говоря, не очевидно, что преследует этой заменой Владимира Олегна. Может быть, Ильиных посильнее, на его взгляд, как блокирующий. Но есть, кроме его взгляда, еще и статистика, которой тренерский штаб располагает. Посмотрим. Да, именно во вторую зону его отправили на блок. Но, конечно, такую атаку не остановить. Не усложнили подачу. И, в общем-то, для кубинцев это как подарок. 25-23. Сборная Кубы выигрывает первую партию. Сборная Кубы впереди. И вот если посмотреть статистику первого сета, такую доступную бегло, то сразу становится понятно все-таки, на чем мы уступили сопернику. На одно очко кубинцы больше выиграли атакой, блоком равенство, на две подачи лучше у нас два эйса было Дмитрия Мусерского. А вот количество собственных ошибок 9-6 не в нашу пользу. И не все эти ошибки, да, только с подачи были связаны, как мы поняли. И, в общем-то, передача-то неудачная Константина Ушакова и ошибка Максима Михайлова. При том, как он тоже просто отправлял мяч на сторону соперника, ошибся. Ну, такие вещи, которые, в общем-то, нелепостью можно назвать. Но получилось, что они так серьезно на эту партию повлияли. Итак, сборная России Дмитрий Ильиных с первых минут на площадке. Заменил он, причем, Юрия Бережко. Ну, этому, в принципе, логичное объяснение есть, потому что сильный принимающий достаточно Денис Бирюков, при том, что ему надо искать свою игру в атаке, в приеме он может помочь сымитировать игру. Если Ильиных послабее принимает в этой паре, зато он сильнее в атаке. Тут, в общем-то, какой-то баланс Владимир Олегович предполагает. Кубинцев Ильиных подают, он прекрасно, кстати, справляется. И если у него, может быть, цифры чуть похуже у Бирюкова, это не значит, что он принимающий плохой. Ни в коем случае нет. Я говорю именно о том балансе, который Владимир Олегович предполагает вот эту пару сейчас на площадке. Можно, конечно, и Тетюхина выставить, и, может быть, мы его сегодня увидим, но вот в его сегодняшнем состоянии кубинский блок – это непростая задача будет. Там придется, конечно, и опыт свой применять. Но, опять же, это пока что рассуждение о будущем. Не успел уклониться, по-моему, Дмитрий Мусерского сейчас мяч зацепил. Может быть, там и блок коснулся. А летел Тавал. Второй раз уже такой эпизод в пользу кубинцев. 2-1. При этом, видим, немножко передернул расстановку.
Владимир Олегна. При нашей подаче не Мусерский первый подавал, а Ильиных. То есть какие-то свои тактические соображения. Может быть, и даже наверняка он хочет, чтобы Мусерский максимальное количество расстановок против Леона отыграл. Это понятно, это объяснимо. Леон – главная ударная сила кубинцев. В первом сете 4 очка. Ну, здесь он от своих партнеров пока не оторвался. Ну, так во многих матчах бывает. И постепенно Леон все больше и больше роль в игре своей команды играет с каждым сетом. Пока у Сепеды все тоже все ладится и получается. Меня вот, честно говоря, тревожат те расстановки на блоке, когда нету Дмитрия Мусерского у сетки. Александр Абросимов пока ничего не цепляет, по большому счету. И вообще, в игре его немного мы видим, да? Перестал пасовать ему Константин Ушаков. Может быть, просто и ситуации удобных не было. Но так или иначе. Мусерскому, то есть Абросимову здесь бы в игре на блоке сосредоточиться. Ошибается немного Денис Бирюков. Теряем подачу так же, как и кубинцы. 4-3. Ну, вот такая ровная игра, она сейчас не очень в нашу пользу. Дело не в том, что мы имеем один сет в пассиве. Дело в том, что, повторюсь, сборная Кубы явно сейчас в лучшей готовности находится. Она выходила на пик формы к отборочному олимпийскому турниру. На Олимпиаду не отобравшись, кубинцы сейчас в прекрасном состоянии находятся. И у них есть возможности чуть-чуть добавлять все-таки в нужный момент. И мы видели, что на них никакого впечатления не произвел первый рывок сборной России. К тому же вот то меньшее число ошибок, это тоже следствие готовности, если хотите. 6 ошибок за сет у кубинцев, прекрасные цифры. При том, что в основном все это были невыполненные подачи. А вот эта подача Абросимова хороша. Почему-то наши тут запутались в простой вроде бы ситуации и без блока оставили Белла. Тут Ильиных слишком рано стал в центр смещаться, вот непонятно. Он почему-то не поверил, что можно ближнему отдать передачу. Да, Белл здесь вроде бы, казалось, отыгран в какой-то момент, но ничего невозможного-то нет. Не надо гадать, надо все-таки... Понятно, что трудно успевать, когда у кубинцев есть темп атаки. Но все-таки вот этот момент, наверное, немножко другой был. Михайлов, хорошая атака. Диас располагался там, где должен располагаться, но обработать такой сильный удар у него не получилось. Ну вот у нас сейчас сильнейшая блокирующая линия. Константин Ушаков будет подавать планер. Надо посложнее это делать, чем на сетболе предыдущей партии. Вот, из первого темпа. И здесь можно блоком сработать. И все-таки маленький аут. Жаль. Так или иначе, это небольшое давление на Леона все-таки оказывает. Вход его не пускают вновь. Другой вопрос, что вот такой рикошет не в нашу пользу получился. А вот блок кубинской команды куда как результативнее. Куинтана делает перевес сборной Кубы в 2 очка. 7-5. Это расстановка, в которой мы очень много растеряли вчера в матче с сербами, когда диагонально в четвертой зоне. Ну, спасибо, что место сейчас эти рассуждения наши прекратил своей ошибкой. 7-6, нужна хорошая подача. Пока, в общем, по большому счету, Мусерский по-настоящему с подачей угрожает. У остальных что-то не получается. Хотя умеют у нас все подавать, мы это прекрасно знаем. Может быть, Дмитрий Ильиных. Нет, небольшой аут все-таки. 8-6. Вновь кубинцы впереди к техническому тайм-ауту. Старается очень наша команда, но вот пока не хватает. Не хватает какой-то малости. Ситуацию, конечно, Владимир Олегна попал. Наверное, по-другому он думал готовить нашу команду.
может быть, и подыгрывать игроков в другой последовательности, в другой ситуации. Но сейчас выбора нет. Связующий один. Такая тройка игроков, которые могла бы решать, находится на скамейке запасных, то есть даже не на ней, а вне скамейки запасных здесь в зале. Это и Будько, и Волков, и Фтей. Надо складывать мозаику из тех, кто есть у него под рукой. Пока не все очевидно, и сказал вчера после игры, что ряд игроков будет отсеян уже после этого уикенда. При этом мы видим, что шансы по-прежнему даются разным волейболистам. Так что, наверное, полной ясности у Владимира Олеговна, ну, по крайней мере, по некоторым кандидатурам нет. Может быть, чью-то судьбу он для себя уже и решил. Сборная Кубы здесь прекрасная такая лакмусовая бумажка вот в сегодняшнем своем состоянии для некоторых игроков. Вот сейчас Стебирюков, конечно, с одним-то блоком должен справляться. 9-6. Конечно, прекрасно Диас блокирует, и руки здорово перенес, но один блок надо обыгрывать. При том, что Сепеда на подаче, и так помогаем ему свою боевую подачу нащупать. Вот, пожалуйста, уже и с приемом не справляемся. Ну и хорошо, что ошибается Леон. Все-таки вот неуютно ему там постоянно против Дмитрия Мусерского нападать. Отсюда и ошибки. Сейчас Мусерский отправляется на подачу. И что? Какой-то сигнал последовал. Показалось, что даже тайм-аут кто-то из тренеров взял. Нет, наверное, это случайно кто-то на судейском столике кнопку нажал. 9-7. Мусерский на подаче. Вновь здорово. Ну вот, ошибается Сепеда. Две подряд ошибки у кубинцев мы давно не видели, честно говоря. Сейчас бы Дмитрию Мусерскому подачу подержать, но я думаю, он не в том состоянии, не из тех игроков, кто будет просто вводить мяч в игру. Он-то как раз право на риск сегодня имеет, и даже право на ошибку, наверное, тоже. Потому что как раз его-то игра идет по нарастающей. Блестящая подача, и это право преобразует 9-е очко сборной России, 9-9. Все, попал к боковой линии. По сути, не берущийся вариант абсолютно. Мог, наверное, подставить руки Сепеда. Он понадеялся, что мяч в аут летит. Но, с другой стороны, не хотелось бы, наверное, ему подставлять руки. Кстати, Сепеда диагональный. Он, когда подает Мусерский, встает еще одним игроком в прием. В приеме он играть умеет. Этот сезон начинал в качестве доигровщика за сборную. Но после того, как с Эрнандесом рассталась сборная Кубы, Сепеда вновь вернулся в диагональ. Вообще в приеме, я смотрю, в некоторых установках кубинцы такой смешанный вариант используют и даже пытаются прикрыть Хенри Белла в какие-то моменты. Видимо, не будучи в нем уверенным, наверное, есть там проблемы, потому что Блэк вот меняет его частенько на заднюю линию. Ну, то есть частенько это каждую партию на три расстановки выходит второй либеро Лейла. И вот я повторюсь, в каких-то расстановках его прикрывают, когда три принимающих могут выставить других кубинцев, ну, при определенной какой-то расстановке игроков. А это блестящая подача Максима Михайлова. Подхватил он вот этот порыв Дмитрия Мусерского и заставляет Леона ошибиться. Наставник кубинцев реагирует незамедлительно. Сборная России после большого достаточно перерыва выходит вперед. Ну, даже не возьмусь сказать, когда мы последний раз вели в счете. Всю вторую часть первого сета догоняли. И вот до этого момента в этой партии тоже мы были в роли преследователей. Подача в матче с кубинцами важнейший фактор. Она всегда важнейший фактор, но вот вчера при хорошей подаче нашей, в принципе, сербы не дали нам тут преимущества какого-то большого получить. С кубинцами, наверное, добиться его можно. Для этого, конечно, усилия двух игроков может оказаться маловато.
Потому что, чтобы держать подачу вот так, как и Мусерский в начале этой игры держит, в течение всей игры, это невероятно трудно. Но пора бы уже что-то закрыть вот этой линией нашей блокирующей. И вновь Бирюков с Абросимовым. Вход пропускает Сепеду. Леворукий диагональный, понятно, тут какие-то свои особенности, но он не единственный леворукий диагональный в мировом волейболе. Собственно, вот здесь, на этом турнире, против нас только леворукие диагональные играют. И Саша Старович, и Шимицу, и вот Сепеда. Михайлов, ну надо забивать. На одном блоке было касание. Поднимает большой палец Хенри Белл. Признается, что да, касание блока действительно было. Бирюков, вот подача у него хорошая прорезалась. Сработал блок? Нет. Слишком в сторону мяч от рук Абросимова отскочил. Жалко. Смягчение это было, но был и рикошет, и серьезные изменения направления. Сергей Тетюхин меняет Дениса Бирюкова на задней линии сейчас. Возможно, именно так сегодня Владимир Олегко его решил использовать. А может, с другой стороны, Тетюхин дают войти в игру через заднюю линию. Это надо смотреть. Гадать здесь не будем. Ильиных, здорово. Достаточно давно он находится на площадке, но так его, в общем-то, по сути, не задействовали в атаке к данному моменту. И единственное очко, которое в его активе значилось, оно было выиграно на блоке. Вот теперь в атаке он очко добывает. При этом вроде ничего и не проигрывал, ничего не запомнилось. Так что я думаю, что эта атака ему поможет более активно задействовать. Абросимову подавать бы надо сейчас. Расстроен, конечно. Показывает, что забросил немножко мяч себе за голову. Энри Белл. И вот как раз Тетюхина подача, он справляется здорово. Ну а Ильиных действительно ловит ту волну, на которую он здорово так помог сборной России в матче против сербов накануне. Человек бьется за место в олимпийском составе, это видно. Лейва выходит, вот та замена, о которой я говорил, вместо Белла на задней линии. И сразу можно и без Сепеда в приеме обойтись. Месту заставили принимать, а мяч от блока летит, к сожалению, в аут. 14-14. Как же трудно. Каждое очко дается. Кубинцы в большущем порядке. Месса. Ильиных выцеливает. Но тот справляется прекрасно. И Дмитрий Ильиных. Мусерский, прошу прощения. Два Дмитрия тут были на высоте. Проходит первым темпом, и еще даже высоты можно ему добавить, согласитесь. Даже при такой скорости передачи. Но проходит и хорошо. Значит, все его устраивает. По крайней мере, есть возможности подсказать и скорректировать. Леон. Нет, опять чуть-чуть не получается. Ну и чисто до пола-то Леон сегодня практически ничего не выигрывает. Может быть, это слабое утешение в данный момент. Но то, что Мусерский где-то все время близок, это не может не радовать вот того, что закрыт лидера кубинцев. Тетюхин, первая его атака. Да, действительно, Владимир Олегко решил так интегрировать его в игру сегодня через заднюю линию. Пару раз мяча коснулся, ну а Ушакову-то привычней всего пасовать именно Сергей Тетюхин. Но он-то знает великолепно, сколько лет эти люди в сборной отыграли. На всякий случай, один недавно преодолел рубеж 280 игр, другой 250. Вот из этой цифры они совместно, я думаю, сотни-полторы матча-то точно провели.
хороший отрезок был у сборной России. Вышли мы вперед 16-15. И главное, качество игры очень хорошее. Вот между первым и вторым техническим перерывом у наших. Есть там, конечно, возможность добавить на подаче некоторым игрокам. Но в целом на блоке, безусловно, в некоторых расстановках ждем мы более эффективной игры. Но зато что-то начало в нападении по-настоящему получаться. Сейчас Дмитрий Мусерский весь сосредоточен. Он на подаче. Нет, не получается, не попал толком по мячу. 16-16, ничего страшного. Сейчас главное вот в этих расстановках держит съем сразу. Кендри Белл одновременно возвращается на площадку у кубинцев. Ну а Леон на подаче, внимание, в приеме. Пушечная подача, и никто даже пошевелиться, по-моему, не сумел на стороне нашей команды. Ну, действительно, сложнейший вариант. Должен был, наверное, все-таки Дмитрий Линых пытаться этот мяч принять. 15-16, кубинцы выходят вперед. Еще одна подача Леона. Здесь уж Соколов побольше на себя зону ответственности взял. И, ну, вы знаете, так... методом канатоходца. На Тоникова здесь все выиграл. Наверняка сказать, что аут. Вряд ли кто-нибудь даже из его партнеров команды ему подсказывал. Но, может быть, повезло, может быть, это действительно настолько четко контролировал ситуацию Соколов. 17-17. Максим Михайлов. Он уже эйс-1 заработал в этой партии. А сейчас ошибка у него. Вот как предыдущий подход. Мусерский с Михайловым выстрелили эйсами, дуплетом, а сейчас оба отправляют мяч в аут. Бывает и такое. Главное при этом не потерять то, что так трудом нарабатывалось в этой партии. 18-17, кубы впереди, Эстрада появился на подаче. Молодец, Ильиных классно с ней справляется. Тетюхин цепляет его блоком Диас. И подключение Леона с задней линии. Вновь ничего не может поделать Абросимов с этим нападающим. 19-17. Есть Николай Опаликов, но больно уж неудачно он вчера матч начал. Не знаю, Владимир Олегович был очень недоволен. И пока. Пока дает Абросимову шанс себя проявить дополнительный. Эстрада ошибается, это здорово. Больше мы его на подаче в этом матче, в этом сете, конечно же, не увидим. Матч-то он еще появится 100%. Ну, а нам сейчас цепляться за какие-то шансы необходимо. Тетюхин на подаче. Сил пока у него предостаточно. Усложнил. Генри Белл вновь проходит. Там и на задней линии было касание. Тут говорить не о чем. Вновь через Константина Ушакова. Не хватает. Видимо, на этом плане не хватает высоты блока нашему ветерану. К тому же усталость будет накапливаться. Никуда от этого не денешься. Кубинцев с физикой сейчас полный порядок. Попытка заиграть Абросимова. Вторая в этом матче. И второй раз его один в один закрывают. А это уже серьезно. -3 в концовке этой партии. Сборная Кубы близка к тому, чтобы выиграть и второй сет сегодня. Михайлов. Линых, переходящий мяч. Тут, конечно же, он забьет. Все, мне сейчас сложилось впечатление, что давненько мы Михайлова в атаке не видели. Ну... может быть, действительно, процент его использования в этом сете несколько ниже. Ну, наверное, в связи с тем, что другие нападающие вот хороший отрезок выдали. Там Ильиных, и Тетюхин тогда. Мусерский в атаке несколько раз отличился. Можно немножко нашу диагональную было разгрузить. Сейчас концовка, сейчас не до этого. Сейчас за любой шанс надо цепляться. Чуть-чуть не везет на блоке вновь. По темпу, ну, какой-то мало сейчас Дмитрию Ильиных не хватило. Очень быстро все Белл делает. 22-19. Так вот, глядя на игру сборной Кубы,
Остается только недоумевать, как они не отобрались на Олимпиаду. Но это, наверное, лишний раз говорит о том, какого уровня олимпийский турнир нас ожидает и как там будет тяжело. Ведь сборная Германии, которая как раз Кубу остановила, это первый наш соперник на Олимпиаде. Так что сами можете представить, насколько будет все непросто. 22-20, подача Константина Ушакова. Хорошая линия на блоке, подачку бы посложнее. Цепляет Максим Михайлов. Ильиных будет атаковать. Блестяще обыгрывает тройной блок. 22-21. Сложнейшая ситуация. Дмитрий Ильиных сегодня весты набирает с большой скоростью. В глазах Владимира Олеговна я в этом не сомневаюсь. Потому что пока, в принципе, выдерживает прием. Да, был эйс Леона, но кто из вас, положа руку на сердце, скажет, что смог бы принять этот мяч? Когда в такую подачу попадает, к счастью, не всегда это бывает, да всегда такую, наверное, подавать и невозможно. Хорошо, сработал наш блок. Опять заметим, что цепляет Леона вот эта пара. Леон, ну, в атаке не так все просто для него. Сложнее его закрыть, когда он пайп нападает. Это да. Там и скорость, и сектор обстрела, наверное, центра сетки повыше, где он подключается. А здесь на высоком мяче у него проблемы. Хотя нападающий классный, часто их решает. Еще раз через Леона. Здорово в защите Ушаков место выбирает. Еще раз. И тут-то высота есть блока, но опять же не повезло нам со скоком. И Леон молодец тоже, конечно. Подкручивал вот эти отскоки от блока, очень сложны всегда. 23-21. Меса. Нет, не Меса. Будет менять его на подачу. Бисет. Молодой тоже парень, ему еще пока не исполнилось 18. И вот в концовке, не задумываясь, Орландо Самуэльс выпускает его на подачу. Подача, мы помним, у него силовая. Помогают тут и болельщики, потому что я представляю, как на молодого парня, который вот так вот редко выходит на площадку, давит вот эта атмосфера в зале. 23-22. И Дмитрию Ильиных, конечно, бы подачу сейчас терять нельзя было бы. Но так здорово отработал у сетки, что есть надежда, что и подача полетит. Нет, полетела она слишком далеко в аут, к сожалению. Желание захлестывает, вот тут бы, может быть, действительно и не рисковать бы холодную голову включить. Потому что остается один единственный шанс Дмитрия Мусевского. Но для этого надо сняться вот сейчас с подачи Сепеды. Мяч лечит в Ильиных, вот в приеме-то он не справляется. Да, но тут ничего нельзя было поделать. Классную передачу выполнил Диас. И, собственно, он предрешил, наверное, исход этого эпизода. Вот этой передачи 25-22 и 2-0. Сборная Кубы впереди. Кубинцы впереди, и вы, наверное, все прекрасно видите, насколько серьезен наш сегодняшний соперник. Сложно противопоставить все этой команде. Вот удалось нам во второй партии подравняться в количестве ошибок собственных. То есть ошибаемся мы не больше кубинцев, это уже хорошо. Хотя, может быть, количество этих ошибок и велико, но оно чуть меньше, чем в первом сете. Но вот зато в блоке стали проигрывать. И в атаке, как Куба, тоже выигрывает побольше. Так, у нас Николай Паликов с первых минут на площадке. Остался Тетюхин, остался Ильиных. Ну, собственно, тот вариант, который заканчивал предыдущий сет, ищет Владимир Олегна. Лучшие сочетания по-прежнему. Ну, то, что у Абросимова игра на блоке не получилась, я думаю, было заметно, да, все-таки в этом матче. Хотя у него есть одно набранное очко. Но в целом, задача-то блока не только очки выигрывать. Это не так, может быть, и много их получается. Надо цеплять, надо смягчать.
надо создавать нападающему проблемы. Первое очко за кубинцами. Леон сейчас спокойно как-то разбирается. Накатом по задней линии через Михайлова. Тоже ищет наиболее эффективные варианты против нашего блока. Сейчас сделал это здорово. Хорошо, сейчас Ильиных к задней линии. Может быть, в начале сета и не надо действительно Ушакову Тетюхина загружать. Его надо подключать в подготовленные все-таки ситуации на данный момент. Он поможет на задней линии, в приеме. Тут сомнений нет никаких. В атаке ситуации надо удобно и более создавать. Там был хороший прием, можно было, в принципе, и через Михайлова сыграть. Опять же, Ильиных вот в таком же варианте подключить. Ну, со стороны всегда виднее тут Серский. Сейчас хорошо справляется с Эпедо. Вот как раз он в этой расстановке помогает своим принимающим. И помогает здорово. Доводка была хорошая. Леон очередное очко в атаке набирает. Теперь уже Николаю Апаликову предстоит разбираться, как на блоке против лидера сборной Кубы играть. Ну вот, сейчас хорошо. Все вовремя сделали. Чуть выше передачи. И сразу больше шанс у нашего блока. Вот важно, что с появлением Апаликова блок сразу сработал. Там, наверное, Михайлов. Да, Михайлов закрыл этот мяч. Но вы видели, блок был хороший, плотный. И высота этого блока внушала. В площадку попадает Максим Михайлов под самую заднюю линию. 3-2. Ну, а я хочу отметить, что с выходом Николая Паликова должна подача наша усилиться, безусловно, потому что, ну, не хотелось бы, чтобы сегодня было не так, как всегда. Вот в последнее время Паликов едва ли не самый стабильный подающий у нас игрок, при том, что подает достаточно мощную, плотную подачу. С другой стороны, он все время выходил в стартовом составе. Сегодня вот ему приходится входить в игру. Это немножко другая ситуация. Но у Михайлова после того, как очко выиграл в подаче, так на пределе, вторая подача в площадку уже не попала. Леон. И у него аут. 4-3. Сергей Тетюхин. Ну вот, в принципе, вряд ли уж только эту цель преследовал Олег. Но он сейчас выпустил игроков с максимально агрессивной подачей в нашей команде. Посмотрим, что это принесет. Какие плоды. Сейчас немножко трос притормозил подачу Тетюхина. И что там? Переход средней линии. У нападающего сборной Кубы. Я, честно говоря, следил за мячом. Поэтому ничего не могу сказать. Давайте посмотрим. Ага, заступил центральный Куинтана. Вопросов нет. Идя на первый темп, не смог удержаться. Был очень внимателен арбитр этого матча. Второй судья, это болгарин Илиев. Здесь он отработал здорово. Ошибается еще раз Куинтана. Видимо, переживает и прошлый момент еще до сих пор. Молодой совсем парень, ему 18 лет исполнилось в этом году. Ну и посмотрим, как Апаликов сразу попадет ли он в подачу. Не просто, повторюсь, со скамейки выходить. Но подача-то летит. Справляется с ней, правда, Леон. Зато не справляется с передачей Диас. Проваливается у него мяч. 7-4. Сборная России, наверное, впервые вот после стартового такого рывка в первой сете получает такое уже осязаемое, что ли, преимущество в счете. И вновь Апаликов, вновь здорово. Только остается выбивать вверх. Здесь уже блок должен работать.
который подстраховывает Максим Михайлов. Ильиных не успел оттянуться, не успел, к сожалению. Ушакова просто не было других адресатов. Зато сработал блок. Двух Дмитриев. И 8-4 преимущество сборной России. Ну вот если Владимир Олегович ставил задачу усилить подачу, ему это удалось сделать. И Тетюхин, и Апаликов подают достаточно агрессивно. Давление на кубинцев должно быть непрерывным. Это понятно. Перед самым техническим тайм-аутом удалось прибавить сборной России. И вот теперь вторая треть этого сета может быть определяющей. Если удастся поддержать этот разрыв, то все должно кончиться, уж по крайней мере, в этом сете нормально. Хочется в это верить. С другой стороны, кубинцы спокойно вот такие моменты переживают здесь, в Калининграде. Это было и в матче с сербами, там были непростые ситуации. Ну и совсем проще у них это получилось в игре со сборной Японии. Сегодня они, конечно, нацелены на то, чтобы ни одного сета нашей команде не отдать. Так получается, по нарастающей сильнее играют кубинцы. И это лишний раз свидетельствует, что они выходят на пик формы. Первая победа их была 3-2 над нашим вторым составом. Потом 3-1 Санто-Доминго. И вот сегодня они стремятся выиграть сухую сборной России. Здесь, в Калининграде. Наши постараются им этого не дать, естественно. Хорошая двухтемповая атака. Цепляет в защите Гутьеррес этот мяч. Хороший стаж Соколов, тоже не менее простой, сложная какая передача. Будет рисковать Михайлов, чуть-чуть не везет, и аплодирует ему Владимир Олег. Делал он все абсолютно правильно. Ну, получилось так. Вполне могла атака и пройти, вполне могли и подстраховать. Ну, а здесь просто блестяще Гутьеррес сыграл в защите. 8-6. Технический тайм-аут явно на пользу пошел. Причем, видите, в один блок попал Михайлов, на повторе было видно. Это вообще несчастный случай. Понятно, что там расположение блокирующих он видеть не мог. Он как-то к мячу подстраиваться надо было. И это было главным объектом его внимания. А здесь все по-другому. Здесь удобная передача, хороший темп и классный перевод по линии. 9-6. Константин Ушаков. Хорошо, Максим Михайлов на блоке, там и Сепеда не удержался, вывалился на нашу сторону площадки. Ну а счет становится 10-6, вновь мы 4 очка преимущества восстанавливаем и делаем это достаточно быстро. Пытался так накатом пройти наш блок, ну и, во-первых, и сам перекинуть не смог. Да еще переход средней линии у него был зафиксирован. Теперь же тайм-аут, который берет Блэквуд. По-прежнему плюс 4 в пользу сборной России. Вот этот вариант состава выглядит достаточно сбалансированным в нашей команде. Есть кому принимать, есть кому атаковать. Ну и подача, опять же, повторюсь, суммарная ее мощь заметно возросла. На данный конкретный день это так. Через неделю в Сербии может быть совсем по-другому. Хотелось бы, чтобы и Тараски побыстрее появился. С другой стороны, ну вот та турнирная ситуация, она позволяет не форсировать возвращение кого-то из игроков. Это с одной стороны, а с другой стороны нужна игровая практика. Вот тут действительно правильное решение, очень дорогого будет стоить. Михайлов, не ожидали кубинцы, что такая передача от Константина Ушакова. Сдали длинную передачу в край на Ильиных, немножко сместились, но и Михайлов право. Сложнейший мяч выигрывает, 11-6. Видимо, чуть-чуть запоздал место, этого оказалось достаточно. Вот это хорошая линия блокирующих, я уже подчеркивал, при подаче Ушакова, который не теряет ее. Это какие-то дополнительные шансы для нас. Еще одна ошибка на сей раз Хенри Белла. Растет перевес сборной России 12-6.
есть еще тайм-аут у Блэквуда. Расставаться, я подозреваю, ему с ним сейчас жалко. Рановато, может быть, еще. А вот блок сборной Кубы сработал. Максим Михайлов делал все правильно. Ему даже показалось, что мяч должен уйти в аут. Так он сначала вроде радостно отреагировал. Потому что он делал это движение, пытался от блока убрать мяч в аут. Мы видим, вот по линии шел. Но, в свою очередь, здорово кисти рук развернул блокирующий сборной Кубы. 12-7. Белл. Мощная подача в аут. Дмитрий Ильиных отправляется подавать. Первый темп Месса и такой забытый вариант, что ли, из прошлых партий, потому что первого темпа давненько мы от кубинцев не видели, но это вот, наверное, заслуга наших подающих игроков прежде всего. Затрудняли очень хорошо. Вот у Ильиных, у него подача есть, силовая мощность. Сегодня пока не летит. И кубинцы сразу этим же воспользовались. Моментально. И ответ Мусерского. Не менее убедительно и не менее красиво. 14-8. Итак, каждый мяч они с Константином Ушаковым обсуждают. Все ищут более и более удобные взаимодействие. Конечно, такого нападающего, как Мусерский, можно и побольше задействовать в атаке. Поэтому тут взаимопонимание очень важно. Опять первого темпа у соперников не будет. Леон на сей раз где-то просачивается. Похоже, между рук Максима Михайлова. Так, судя по его реакции на этот момент, 14-9. Давайте взглянем. Да нет. Между блокирующими. Хороша подача Сепеды. Удалось не проиграть. Уже неплохо. Ну и попробую все-таки зацепиться. Первый темп, естественно, при идеальной доводке. Тут сложно успевать. Вроде Никитюхин пытался прийти помочь, понимая, что сейчас произойдет. Но с другой стороны, пойди там до Месса дотянись. Без того парень высокий, 2-4, да еще с его прыгучестью. Сепеда, мяч каким-то чудом сетку переваливается. Полное ощущение, что он должен был в нее попадать без каких-либо вариантов. И вновь мяч на нашей стороне. Было касание блока. Да, блестящий Дмитрий Ильиных сейчас в этой ситуации сыграл. В сложнейшей ситуации. Максим Михайлов будет подавать. 15-10. Хороша эта подача. Дважды пытался Николай Паликов выиграть мяч над сеткой. Делать ему этого не удалось, но Алион делает это без каких-либо вариантов. И вновь Паликов чуть-чуть не успевает на блок. Леон на подаче. Вот сейчас важно уйти на технический тайм-аут побыстрее. Снято с его подачи. Подача сумасшедшая. Но Ильиных молодец. Успевает руки поставить. Чуть занижает Ушаков. Поэтому Михайлов не успевает к этому мячу. Вот сейчас сыграть быстро. Возможность Тетюхиным. Словно предчувствовал Леон, куда мяч полетит. Буквально выкатился туда, в первую зону под эту атаку. Что Максим Михайлов, браво, по линии прекрасный перевод. И 16-11, сохраняем мы этот 5-очковый перевес ко второму техническому тайм-ауту. Спокойно
спокоен Владимир Олегович, он тоже прекрасно понимает, он даже лучше любого из нас понимает, да, на каком этапе подготовки сейчас сборная России находится и что можно требовать, и что можно считать невозможным в данной ситуации. Наши борются, это здорово, вы знаете, есть желание, есть характер, а готовность, она должна в конце июля начать себя проявлять. Даже если мы в финал не попадем, я думаю, все-таки спарринг-партнеров сумеют подобрать сборную России, потому что хотя бы не только россияне вот этим путем идут и рискуют остаться без финала мировой лиги. Италия это абсолютно осознанно делает, Аргентина, в известной степени Сербия. Так что вне финала может очень много сильных сборных оказаться, которым тоже где-то надо спарринг-партнеров будет искать. Петюхин. Хорошая агрессивная подача. Чуть-чуть не укладывается в площадку по ширине. Так-то повторю, вроде не чуть-чуть. В зале смотрелось совсем по-другому. Но сейчас не об этом речь. Сейчас повнимательнее на приеме. Две замены. Бисет появляется. И не подавать, а судя по всему, в диагонали. Либо ли он туда сдвинется. И на подаче Эстрада. Ильиных очень красиво и грамотно все делает. Мимо блока так скатывает мяч. Сильно атаки кубинцы ожидали, потому что вроде блок один, а мы видели, что передача узковата была для того, чтобы вкладываться и рисковать. Побоялся Ильиных, что как раз ход-то ему закроют. И сделал все очень четко. 17-12. А Паликов... Но это первый темп, но к Паликову подачи претензий нет. Здесь уж Гутьеррес классно сыграл. Доводку исполнил идеальную. Как-то нервно принимал этот мяч Соколов. Может быть, он там в последний момент вильнул. Это бы... Надо смотреть навстречу, что ли, мячу, чтобы это видеть. Но в итоге это ошибка. Как это ни назови. 17-14. Вот сейчас доводка есть. Можно сыграть быстро и можно сыграть результативно. Делает это Максим Михайлов. Когда он в порядке, конечно... Намного легче нашей команде. Вот сейчас такой хороший отрезок выдает в этой партии. Ну, собственно, не он один. 17-14. Константин Ушаков. Ну, помним мы, да, что хороший блок, вот когда он подает. Ильиных, Мусерский, Михайлов. Жалко терять подачу. Генри Белл. Хорошо, Петюхин справляется. Мяч был сложный. Еще первый темп успевает отпасовать Дмитрию Мусерскому. Константин Ушаков. Все сделано было красиво. 19-15. Вот такие моменты должны на соперника по-настоящему давление оказывать. Потому что обороняться против таких взаимодействий невероятно сложно. Ильиных, видите, на планер пытается перейти. Пытается, потому что планер совсем несложный получился. И кубинцы смогли быструю комбинацию сыграть. Вход в зону был у Леона. Получил он там такое разреженное пространство в центре сетки. И спокойный момент реализовал. Михайлов. Подстраховали. Молодцы. Еще раз. А второй раз страховать не понадобилось, потому что Максим чисто обыгрывает двойной блок кубинцев до пола. 20-16. Подавать будет Дмитрий Мусерский. Ну, как мы ожидали, немножко, наверное, мощь его подать снижается, но в целом очень аккуратно он каждый из них относится и старается все-таки не терять, подавая при этом достаточно агрессивно. Вот
эта подача хороша, но справляется Белл. Леон там, Ильиных на месте. Михайлов, сложно ему там было забегать. Поднял ли Ильиных этот мяч? Он-то уверен 100%, что поднял, но судьи с этим не согласны. Константин Ушаков имеет право высказать свое недовольство как капитан команды. Хотя капитан Максим Михайлов, о чем это я? А Ушаков, значит, не должен был к судье обращаться, но у него авторитет столь высок, что без внимания это Франк Ледеру составил голландец. Жалко. Ильиных сделал все, что мог в этой ситуации. Вновь Михайлов. Хорошая передача. Даже, скажем так, классная передача за голову. И на один блок Максима Михайлова выводит Константин Ушаков. 21-17. Хорошо, что быстро этот момент пережили. Пошла подача у Максима Михайлова, тоже так с переменным успехом. Он подает, тоже пока явно вот по подаче видно, что не на пике своем Максим находится. Что касается этого элемента, так уж точно. В атаке бывают перепады, сейчас полоса светлая идет. И нам бы хотя бы до конца партии ее дотянуть. Ух, какая подача Леона. Потрясающее, конечно, умение в нужный момент вот так выстреливать. 21-19, Владимир Олег наберет тайм-аут, это уже персонально для Леона. Ну, сработало один раз в этом матче. Есть один перерыв. Но, с другой стороны, если мы сейчас снимемся с первой попытки, то Леон уже больше может в этой партии до подачи-то и не добраться. Помнит, что после такого же перерыва в первой партии ошибся. Мы посмотрим, насколько крепки у него нервы сейчас. Ну, чуть проще подал. Немножко все-таки отжал, но это все равно очень сильная была подача. И браво Сергей Тетюхин. Он этот необходимый съем в нашей команде обеспечивает. Это его время концовки партии. У нас Круглов вместо Константина Ушакова. Так потирает бедро Константин. Вот этого нам еще не хватало. Чуть-чуть прихрамывает. Но будем надеяться, что это какая-то мелочь. Потому что больше связующих у нас нет. В антенну попадает сейчас Бисы. Да, да, в антенну. 23-19. Вот так рискнул сейчас Диас отдать молодому диагональному. У него все молодые, скажем так, неопытному молодому диагональному, и тот ошибается. 23-19. Тайм-аут у Блэквуда последний. Владимир Олег на еще один есть. Но задача Тетюхина сейчас не терять подачу. Поскольку выпущен игрок на блок. Есть перевес в счете. Получится затруднить прекрасно. Он это и постарался сделать. И сделал неплохо. Первого темпа, по крайней мере, нет. Закрыть бы Белла. Ну как он тройной блок проходит? Полное ощущение, что даже поверх. Ну, давайте посмотрим. Нет, наверное, все-таки не занесли руки и оставили ему направление в четвертую зону. Исполнил он блестяще. 23-20. Михайлов. Нет, аут. Мяч кубинцам отдают.
там какое-то касание сетки было, насколько легитимное, надо бы смотреть, потому что вот тут, ну, немножко, да, то, что мяч в ауте и касание блока, ну, наверное, не было. Опять же, трудно нам понять по этому плану, что там с касанием блока было. Ну так или иначе, играть-то надо. 23-21. Ох ты, какая нелепая ошибка Соколова. При том, что мяч не то, что там в аут уходил, такой же не щитам рекламным куда-то улетал. 23-22. Перерыв тут нужен, наверное. Потому что вот споры о предыдущем розыгрыше, они помешали нам и сейчас сыграть. Куинтану у него не самая страшная подача. Его даже меняли частенько кубинцы. Михайлов в аут попадает. Вот это да. Какое же преимущество мы растеряли так быстро и так легко. 23-23. Вот теперь Владимир Олегна берет тайм-аут. Плюс 4 в концовке сета. Ну, даже трудно что-то сказать. Ошибки есть ошибки. Их комментировать всегда сложнее. Понять их природу сложнее, скажем так. Получилось, что 3 очка подряд проиграли сами. Ну вот я говорил, сюда пока полосами такими складывается игра у того же Максима Михайлова. Вроде на хорошем ходу и физически неплохо выглядит, но вот весь сет атаковал классный, 2 ошибки в концовке. Плюс Соколов вот этот нелепый мяч полез принимать. 23-23. Ну, партию-то надо выигрывать. Забыть о всем и попробовать сейчас сняться. Тем более Куинтанов вновь отправляет мяч в аут. На сей раз никто из наших не мешает ему туда улететь. И Николай Апаликов, верим в его подачу. Подавал он плотно, но не выигрывал. Сейчас у него такая возможность предоставится. Хорошо летит подача. Леон успевает руки подставить. Сам же в атаке. Браво! Сергей Тетюхин. Какой мяч поднимает. Да там Ушаков в четвертой зоне не стал он рисковать нападать. Может быть зря. Может быть зря. Но с другой стороны, кто бы от него требовал, да, выигрыша в такой ситуации. Не успели разменяться. Так получилось. А Тетюхин пробовал еще один мяч в игре оставить. И очень был к этому близок. 24-24. И вновь Тетюхин в центре внимания обеспечивает прием. Какой же мяч кубинцы поднимают. Просто фантастика. Когда это сборная Кубы так в защите играла? Это еще и Белл отыгрывается. Да, но был переход в средней линии. Я соглашусь. Кубинцы спорят, но там, по-моему, чуть ли не на ногу Ушакова наступил Белл в этой ситуации. О чем там говорить? Получаем еще один сетбол. 25-24. Сейчас мы увидим этот эпизод. Вот, посмотрите, там полностью переход, еще и на ногу Ушакова наступил. Он не мог это увидеть, а поспорить надо. Ну вот сейчас Константину подачу, блок у нас хороший. С первым темпом цепляет все равно его Мысерский. Ну кто ж пасовать-то будет? Успевает Тетюхин, но опять без атаки. Что ж такое? Да-да, это ошибка при выполнении второй передачи у Диаса. 26-24. Сборная России вырывает победу в концовке этого сета. Кубинцы будут спорить, но тут, по-моему, вещь абсолютно очевидная. 2-1. Пока все равно еще проигрываем. Ошибились. Да, было трудно, и вроде бы казалось, упустили уже инициативу, и тем не менее в концовке на таких эмоциях, пусть кубинцы и спорили, но их можно понять тоже, они не самыми двумя распространенными ошибками этот матч, этот сет завершили. Все-таки переход средней линии, ошибка второй передачи, так подряд
болезненную реакцию вызвало, но в обеих случаях, я считаю, арбитры разобрались просто прекрасно. И сейчас нас ждет четвертый сет. Ну, по-хорошему, эмоционально наша команда завелась. Это радует, и борьба серьезная. Так, вернулся Сепеда в составе кубинцев в диагональ. Это, наверное, ожидаемо. Ну, а у нас тот состав, который предыдущий сет играл. Тут тоже абсолютно ожидаемо. Не так уж ожидаемо то, что не получается по-прежнему подача у Дмитрия Ильиных. Вот он в этом составе выпадает именно с этим элементом. При том, что здорово действует в атаке, сколько нужных мячей для нашей команды выиграл. Ну, будем использовать сильнейшие стороны. Тетюхин попадает по блоку. Опять кубинцы на всякий случай поспорить. А касание это было. Куинтана об этом прекрасно знает. К тому же и касание сетки у него было, по-моему, тоже. Мусерский. Проходит эта подача. Продавливает буквально трос. И очередной эйс Дмитрий на свой счет записывает в этом матче. В этом элементе он, безусловно, лучший игрок. Даже при том, что какие подачи удаются Леону сегодня. Но Мусерский тоже на высоте. Да и, собственно, почему тоже. Сейчас не попадает. Но вот одно брейковое очко. Каждое такое очко на вес золота. Леон. Сложный мяч. Соколов решил не гадать, летит он в аут или нет. Принял его вполне пристойно. Был первый темп. Отбились кубинцы, а это Сергей Тетюхин. Очень грамотный удар, который приносит очередное очко сборной России. Максим Михайлов. 3-2. Так немножко кубинцев заставили мы задергаться, но... Все-таки повторюсь, они сегодня в том состоянии, что могут, по-моему, чудеса просто творить. Вот тот мяч в защите, который в концовке от Дмитрия Ильиных подняли, это вообще что-то невероятное было. Михайлов чуть-чуть не в темп. Так-то вроде бы успевал бы он на одном блоке сыграть, если бы чуть покачественнее эта передача получилась. Здесь хорошо работает уже наш блок. Тетюхин. Подстраховать грамотно все. Опять двойной блок. И проходит его на сей раз Сергей. Аккуратненьким таким ударом в разрез под дальний угол самый. Куда главное попасть? Защитника там быть не может. 4-3. Но тяжело, да, как дался нам этот съем. Тетюхину сейчас самое время на задней линии дух перевести. Ну, перевести не получится. Он в защите тоже... Пашет сегодня. И какие сложные мячи поднимает. Но, с другой стороны, хоть прыгать поменьше. 5-3. Ошибается Хенри Белл. И еще раз не лучше передать. Теперь уже у кубинцев. Михайлов. Цепеда. Блестяще работает Николай Апаликов. Ну вот оно то, что так хотелось бы нам всем видеть. 6-3. 6-3 в пользу сборной России. При том, что каждое очко буквально приводится вырывать. Даже чем бы этот матч не закончился, согласитесь, игра складывается так, что любой может быть исход. И даже 0-3 могло быть. Но в отсутствии характера нашу команду не упрекнешь. Как и вчера в матче с сербами. Ну, а если еще так в уме вспомнить, что у нас трех основных игроков нет, полегче становится, согласитесь. Обидно. Обидно.
Константин Ушаков мяч провалится. Ну, было подобное и у Эдессы сегодня, так что не хотелось бы думать, что это усталость. А ведь команда уже 1:45 находится в игре, при том, что идет только начало четвертого сета. Так все упорно сегодня. Ильиных, ой-ой-ой, в один блок. 6-6. Хорошее преимущество вроде бы себе обеспечили, тут же его растеряли, но не расклеиваться ни в коем случае. И вновь атака неудачная Ильиных, но вот от него так серийных ошибок мы сегодня вроде бы еще не видели. 4 очка к ряду. Диас по-прежнему он на подаче. И как сложно у него получается. Мяч над самой сеткой летит очень быстро. И вот 5 очков подряд. И это тот момент, когда вроде казалось, все у нашей сборной в этой партии получается. Ну что ж, кстати, тайм-аут технический. Коль уж Владимир Олег на перерыв требовать не стал. Есть возможность перевести дух, разобраться. Наступает такой момент в игре, когда и физическая готовность выходит на первый план. Уступаем кубинцам, но не думаю, что перелом в этом матче произошел. Будем бороться, безусловно. Сейчас Владимир Олег, наверное, нелегкая дилемма. Может быть, заменами где-то помочь. Получалось сегодня найти усиление. И где-то в начале игры, может быть, Петюхина на скамейке сознательно он придержал. Да, я практически в этом уверен, потому что на весь затяжной матч Сергей пока просто еще не готов. Это нормально. Время для этого еще придет. У Ильиных сил должно быть еще достаточно. Но сейчас вот хорошая доводка. Опять передача не в темп получилась. Сепеда спасает, но Тетюхин в защите играет. И вновь без атаки. И вновь Тетюхин, но, естественно, этот мяч он остановить уже не мог. Да и уклониться тоже не успевал. 9-6. Досталось сейчас нашему ветерану. Не отворачивается он от мяча в таких ситуациях. Мы это знаем. Какой-то хотя бы шанс оставался сохранить. И до конца стоял Сергей. И вновь в него сейчас грузят кубинцы. Вы знаете, наверное, осознанно. Понимая, что большие нагрузки, сложность какую-то определенную доставляет. Тетюхин-то с приемом справляется, а вот Константин Ушаков не знает сейчас, кому отдать. Никто не забил, ну а если никто не забивает, надо через Михайлова играть. А Паликов не атаковал, и вот сейчас пытаться за счет него отыграться сложно. Ну забил Ильиных, и слава богу. Многовато мы растеряли, конечно же, но бороться надо. 10-7. Похоже, что запал сил все-таки не беспределен, но ведь есть еще и характер. Кубинцы тоже. Почти бессменно все на площадке находятся. Успевает наш блок один раз, а во второй раз Мусерский уже не успевает руки занести. Проваливается мяч. 11-7. Устает, конечно, и наш центральный. Что уж там греха таить. Эмоции эмоциями, но есть вещи, которые обмануть, наверное, трудно. Это Константин Ушаков вновь отправляет мяч на сторону сопернику. И Леон получает чистую сетку в свое распоряжение, потому что блокировать там должен был как раз Ушаков. А он так быстро туда переместиться уже, по-моему, не в состоянии. Ну тут что поделаешь. Замены какие-то, да. Связующего нам заменить негде. Тетюхина заменить надо было. И это стало заметно тоже. Ему с
спасибо за то, что он сделал. Вернул нашу команду в игру. И теперь Юрий Бережко. Ильиных, но тройной блок обыграть он не сумел. 13-7. Да, ну серьезно, так отрезок проигрываем. 10-1 получается. 6-3 мы в этой партии вели. Еще подача у кубинцев летит, так что только отбиваться успевай. Ну вот и Михайлов, кстати, вот почему-то в этом отрезке он вообще не атаковал. Вот для меня немножко это странно, честно говоря. При том, что он... ошибся в концовке. В конце концов, не автомат же и не машина. Хорошо, сейчас Мусевский достает центрального своего оппонента Ильиных. От блока в аут. Одно очко брейковое отыгрывает. 13-9. О том, что есть сейчас на передней линии у нас хорошие нападающие. Опять же, вот при подаче Ушакова можно что-то делать и блоком. Постраховать. Какие-то, знаете, уже последние, по-моему, силы находит Константин Ушаков, чтобы нырнуть за этим мячом. И еще руку ушиб. Ох, как неприятно-то. Но надо терпеть. И он будет это делать. 14-9. Мусевский. Вот. При этом наборе нападающих, конечно, впереди линии есть Ушакову, через кого отыграться. Сложнее, когда он сам у сетки, и там выбор меньше игроков. И на блоке проблем побольше. Но это как раз с нами ожидалось. Тут никакого откровения в этом, наверное, нет. Браво! Сработал блок, закрыли Леона. 11-14. Продолжает бороться наша команда, несмотря на то, что так все тяжело складывается. Ну и каждый тайм-аут это как глоток воздуха свежего. Пусть его берет и наставник соперника. Перевести дух необходимо, наверное, многим из наших игроков. Ну, наверное, его задача не терять подачу. Так сказать, что есть... Ну, по идее, конечно, Павел Круглов на подачу выходить умеет. Но вот здесь он не проявил эти качества. В последнее время не так здорово у него подача, не так стабильно. Конечно, Ильиных будет подавать планер. Мусерский спугнул, скажем так, центрального соперника. Что-то неловкое у Куинтаны получилось. А наши получили право еще на одну атаку. С хорошей доводкой прекрасно ее использовали. 14-12. По-прежнему проигрываем, но все-таки уже разрыв не столь кажется непреодолимым. Подтащить, подтащить можно. Пасовать Соколову придется. Бережко. Блок-аут блестящий. Еще один рывок. Не хочется говорить, что из последних сил. Надеюсь, сил у наших игроков еще есть. К тому же все-таки свежие каких-то игроков время от времени Олег на игру внедряет. Ну, Леон. Конечно, Леон будет в этой ситуации брать на себя ответственность сборной Кубы. Но сейчас разрыв такой, что надо цепляться. Понятно, что постоянно останавливать этого мастера просто невозможно. Цепеда. Сложный прием у Ильиных, но прием прекрасный. А Мусевский, когда получает сегодня удобные передачи, он не проигрывает.
Вот если у него запал еще на хорошие подачи. Понятно, что нагрузились прилично сегодня. Заступил, к сожалению, и ошибся именно потому, что это понял, да и свисток прозвучал быстро. Ну ничего страшного, 16-14, еще одна пауза для нашей команды. Последний технический тайм-аут в этом матче. Больше таких продолжительных перерывов, но только если мы до пятого сета дотянем, там между партиями 3 минуты. Что ж, еще одно усилие. Кубинцы тоже время от времени ошибаться начинают. Мы, конечно, на наших ошибки больше внимания обращаем. Понятно, мы смотрим, как сборная России готовится к Олимпийским играм. И, естественно, подмечаем сильные и слабые стороны. Но отдадим должное все-таки сопернику. Сборные Кубы в великолепном сейчас состоянии. Подавать будет ли он? Тут тайм-аут очень кстати. Какие-то претензии у главного арбитра к нашей команде. Через Максима Михайлова он сейчас их передает. Ну, поскольку Михайлов для себя выводы сделал, никому их передавать не стал. Так что ничего там, наверное, страшного нет. И вновь пушечная подача Леона. Успевает Ушаков, но с задержкой, к сожалению, это делает. Тут он вряд ли виноват, хотя опять же признает, что я ошибся. Ну, думаю, это как раз не тот случай. 17-14, тайм-аут Владимира Олегна. Сегодня он, по-моему, едва ли не все свои перерывы на подаче Леона использует. Ну, давайте еще раз сделаем, как в предыдущей партии. Удивительный игрок, совсем молодой парень, пусть уже и с приличным опытом, и какой же запас прочности у него. Что же будет, когда опыт у него будет значительный? Еще одна пушечная подача. Вновь Соколов мяч не удерживает на нашей стороне. И, естественно, переходящий мяч кубинцы выиграют легко. Вот так вот Леон, пожалуй, что много в этом матче уже и решил вот этой подачей. Найдется ли у нас сил еще на один рывок в погоню? Не знаю, честно говоря. Для начала надо как-то с этой подачей справиться. Тут немножко сетка в помощь, но пасовать-то будет Апаликов. Это, наверное, не лучший вариант. Ну, а Бережков пытался все-таки на выигрыш этот мяч играть сложный, понимая, что с этой подачей все-таки надо как-то уходить. Рискнул, не получилось. 19-14, кубинцы впереди. Наконец-то Леон ошибается. А вот бы сейчас от Максима Михайлова такой ответ. Но пока у него с подачи не так все здорово, как у кубинского лидера. Хотя, знаем мы, может и Максим выдавать прекрасные серии. Как раз Леона подачи летит. Тут вверх выбивает и... Что там, по-моему, за антенной эта атака была. Или касание антенны было. Я так реагирую на арбитра на линии, который об этом сигнализировал. А вот у судьи на вышке другое мнение. Давайте посмотрим. У нас такая возможность есть. А ведь было касание сетки. Действительно, мяч попал в площадку. Не сетки, а антенны. Чиркнул мяч по ней. Просмотрел это арбитр и не поверил арбитру на линии.
И вновь Соколов не удерживает прием, причем на сей раз планера. Пытается отбиться в защите, но против такой мощной атаки сделать это уже весьма и весьма проблематично. 21-15. Эстрада тем временем у кубинцев появился. Это именно с его подачей Соколов не справился. И вновь в него мяч летит, потому что кубинцы слабое место в нашем приеме нащупали. И, боюсь, на этом уже все. В этом матче трудно что-либо сделать против такого соперника при таком преимуществе в счете его. 22-15. Наконец-то Соколов с приемом справляется, забьет и Бережко. Ну а на чем отыграть 6 очков, когда соперник от победы всего 3 отделяет. Только максимальный риск на подаче и какое-то невероятное везение при этом. Начало ошибка. Ну, собственно, и до конца тут уже недалеко остается в этом матче. 23-16. И сборная Кубы, собственно, набрав 3 очка в этом матче, по сути, все свои турнирные проблемы решает. От нас она отрывается на 9 очков. Даже на 10 уже получается. 7 очков было до этой игры. Сборной Сербии на 8. То есть теоретически она еще место себе не обеспечила в финале. Но для этого 2 очка набрать им останется в последнем туре. Там еще и матч со сборной Японии есть на всякий случай, если что-то не так пойдет. Так что, думаю, кубинцы попадают в финал. И выглядит это абсолютно заслуженно, потому что они готовы прекрасно. Но, может быть, не будем спешить, потому что дождались мы ошибки Леона. 23-18, может быть, все-таки какое-то чудо еще спасет нашу команду, которая, к счастью для нас, продолжает бороться. Небольшой совсем аут. А это эйс Николая Паликова. Может, он как раз чудо-серию подачи выдаст, такую желанную. 23-19. Есть еще тайм-аут один у Орландо Самуэльза, но есть еще и преимущество в счете, позволяющее потерпеть с ним. Гутьеррес сегодня в приеме, конечно, отыграл прекрасно, довел эту сложную подачу и даже для первого темпа работа нашлась. 24-19, 5 матчболов у сборной Кубы, которая, повторюсь, этой победой свою турнирную задачу, пожалуй, что решает. Так что турнир в Сербии становится важной такой вехой на подготовке к Олимпийским играм, потому что там есть возможность поэкспериментировать. Надо любую ситуацию в плюс превращать, с одной стороны, экспериментировать, с другой стороны, еще лучше наиграть то, что получается, какие-то связки каких-то игроков, у кого получается двигаться вперед. Все это закрепить можно будет вот следующий уикенд в Сербии. А на этом уикенд в Калининграде по большому счету заканчивается, потому что кубинцы набирают последнее очко, выигрывают 3-1. И нам остается еще посмотреть 3 матча, которые будут в Сербии через неделю. Ну, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. С вами был комментатор Владимир Стецко. Всего доброго.